Вице-министр промышленности и строительства приехал с рабочим визитом в Бурлинский район. Он посетил построенные социальные объекты и встретился с жителями района. Первым делом делегация во главе с вице-министром и заместителем акима области посетила село Пугачево, где они ознакомились со строящимся жильем для социально уязвимых слоев населения, людей с инвалидностью, многодетных и малообеспеченных семей. Затем в Доме культуры состоялась встреча с активом района и жителями. В своем докладе Куандык Кашкенов рассказал о проектах, которые будут реализованы в ближайшие годы по поручению президента страны. Учитывая, что отопительный сезон не за горами, сейчас стоит важная задача подготовить котельные, работу которых также была проинспектирована. Мы сегодня прибыли в город Аксай. Была встреча с жителями именно города. Была рассказана именно реализация строительства жилья. В этом году планируется вот 18 миллионов квадратных метров жилья по республике, в том числе более 600 тысяч квадратных метров жилья, это по Западно-Казахстанской области. Была информация дана по реализации арендного кредитного жилья, также реализация с учетом поручения главы государства обеспечения населения до 2025 года 100% водоснабжением. При этом надо отметить, что уже в некоторых сельских населенных пунктах района реализуется несколько проектов по обеспечению живительной влагой. В селе Успеновка работы проводит компания «Калдыгайты». Начались они в мае и завершить планируется в ноябре. В селе Карачаганак подрядчик компания «Айтимир Курлес». Начало работ и срок завершения аналогичны. В ноябре. А в селе Димитрово объект переходящий и закончит в следующем году. Вице-министр в ходе рабочей поездки дал положительную оценку выполняемым работам в районе, отметив, что подрядным организациям, занимающимся прокладкой водопровода, необходимо своевременно завершить проекты. Олег Великий, Марат Жумагалиев, Кенжебек Салыхов, Акжай Акпарат.